зациклиться просто на проблеме, на такой, что ровно в два раза увеличить поголовье коров, и это даст нам, извините, в два раза больше молока, наверное, несколько задач неправильно. Почему? Потому что здесь как раз стоит качество животного, качество его здоровья и качество производимого молока, которое это животное даст. И поэтому ветеринарные вот эти проблемы, которые связаны с болезнями животными, они неразрывны от того, в общем-то, лозунга и от той задачи, которую поставил губернатор, увеличение производства молока. От больного животного мы не получим продуктивности той, которая должна быть. Вот мы сегодня на ферме, это лучшее хозяйство в Сергиево-Посадском районе, которые вот именно в вопросе увеличения дойного стада работают и работают, значит, в здоровье животных. Поэтому у них и результат 8,5 тысяч литров молока на, в общем-то, на одну нашу коровушку, да, которая нам дает молоко нам на стол. Это правильно, правильно. И мы сегодня как раз в заочном вот, техникуме в Сергиево-Посадском собрали такой большой форум. Будем как раз кому-то объяснять, что этим надо заниматься. Кому-то, может быть, объяснять не надо, наоборот, мы похвалим. Почему? Потому что мы должны, потребители молока, получать здоровый, качественный продукт. Мы как раз здесь и находимся еще с данным вопросом, чтобы увести этот специфический вопрос из плоскости ветеринаров и перевести его в область сотрудничества Министерства сельского хозяйства и ветеринарии, чтобы доктор и, в общем-то, исполнительная власть как раз выполняли эту задачу. Потому что это связано и с дотациями, это связано с субсидиями, это, в общем-то, связано и с заменой животного, потому что животное дорогое, надо как-то помогать хозяйству. Поэтому вот диалог как раз на нашем совещании, он и будет посвящен и этой теме. Взаимодействие органов исполнительной власти в этом важном вопросе в деле повышения производства молока в Московской области.